Здравствуйте, товарищи зрители. Данное короткое видео, как небольшой ролик, был снят молодыми ребятами от спорта из Российской Федерации бокса. Профессор Исаев поддержал их таким образом донести до людей необходимость потребления омега-3 жирных кислот, особенно для тех, кто занимается физической активностью, кому нужно больше энергии, сил. Этот комплекс, созданный профессором Исаевым, комбинация омега-3 полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК и антиоксидантов. Это средство и увеличивает энергию и выносливость, укрепляет иммунную систему, защищает организм от воздействия свободных радикалов и питает головной мозг и мышцы. Посмотрите этот небольшой сюжет, и пусть вас не смущает манера подачи информации, такая шуточная, примитивная, ну, для многих людей она очень даже подойдет. Главная суть, а она верна. Свободный радикал – это такая неполноценная молекула. Молекула, в которой не хватает одного электрона. Ощущая свою неполноценность, она как будто становится хулиганом, который ходит по организму и пытается забрать электрон, недостающий у кого-то еще. Одной из главных жертв свободного радикала становится полиненасыщенная жирная кислота, а является основой наших клеточных мембран. Свободный радикал может забрать электрон у полиненасыщенной жирной кислоты в местах непрочных двойных связей. Это вот, например, здесь, или здесь, или здесь, или здесь, или здесь. После того, как он это делает, кислота перестает выполнять свои функции, и оболочка клетки разрушается. Эту клетку начинает атаковать свободные радикалы, такие хулиганы. Они атакуют мембрану. А вот это очень грустная печень, потому что ей приходится убирать мертвые клетки. Чтобы избежать этих проблем, а оказывается избежать их можно, нужно просто потреблять правильные вещества. В частности, такие как альфа-токоферолоацетат, в народе известный как витамин Е. Далее кислоты омега-3, омега-6. Потом такое вещество, как селен, в больших количествах содержится в чесноке. Ну и, например, лецитин. После того, как все эти вещества появляются в организме, свободные радикалы уничтожаются, клетку ничто не разрушает, это тоже уберем. Ну и печень у нас приобретает торжественный позитивный окрас. Но есть один маленький нюанс. Дело в том, что в нашем ленивом мире, для того, чтобы получить нужные питательные вещества, надо жрать рыбу и чеснок, например, в неимоверных количествах. Поняв это, профессора из НИИ физкультуры и спорта засунули все эти вещества в маленькие капсулы. Итак, вещества ученые собрали вот в такой маленькой капсуле. Препарат они назвали LATL. Пусть вас не смущает, что это биологически активная добавка. Дело в том, что ее собирают не неизвестно где. Это самый настоящий институт с самыми настоящими учеными. И производит его научно-производственное предприятие Тринита под руководством профессора Исаева. Эти ребята провели кучу исследований, прежде чем выпустить ее на рынок. Вот, кстати, диплом и сертификаты, которые вы можете в любой момент внимательно изучить на сайте производителя. Ну и во-вторых, и это для нас, как для любителей бокса, наверное, более важно, то, что LATL закупает Российская Федерация бокса. Кстати, ряд отечественных сборных также покупает этот препарат. Нужно просто понимать, что это не допинг, не лекарство, это такие продвинутые витамины с минералами. Ну а приобрести препарат LATL с селеном, как и другие препараты профессора Исаева, вы можете на нашем сайте nadgar.ru, по ссылке перейдя под этим видео, сразу попадете на препараты профессора Исаева. И, кстати, посмотрите видео с профессором Исаевым, у меня есть на канале отдельный плейлист, где собраны видео с его интервью. Очень важные, очень нужные для каждого человека, даже если человек это не понимает, поверьте, и не поленитесь. Посмотрите. И, кстати, на днях пришло одно письмо, а там тоже человек боксом занимался. Вот послушайте этот отрывочек небольшой. И я его опубликовал, зачитал в своих ответах на вопросы. Оно к теме, поэтому послушайте его. Павел Лашметов пишет: Юрий Андреевич, благодарю вас и вашу команду. Благодаря вашим... Это на почту мне пришло. Благодаря вашим знаниям и помощи я и моя семья ожила. И продолжаем укрепляться. Всю огромную пользу не пересказать. Что касается личных результатов, занимался только любительским спортом, бег, лыжи, бассейн, тренажерка. Я повысил свои результаты в спорте и наладил жизнь. Меня заметили спортсмены, и я поделился
вашими знаниями и продуктами. Они очень заинтересовались. Организатор Федерации тайского бокса Мари-Эл, ну, Республика Мари-Эл, предлагает на базе их спорткомплекса, пока скромного, открыть пункт продажи ваших прекрасных продуктов, начать с укрепления здоровья спортсменов. Пока это начало пути и четкого плана еще нет. Он формируется. Надеюсь на ваше внимание и совет. Может быть, мы могли бы взаимодействовать. Они также являются кураторами русской общины в Мари-Эл. Спасибо. Я ответил этому человеку, мы переписались даже. Результаты, так сказать, не заставили себя ждать и этого человека. Ну и, конечно, мы можем сотрудничать с кем угодно в плане поставок, например, оптом. Вам, если вы хотите, например, в вашем магазине, либо открыть его, либо при спорт в каком-то комитете, комплексе. Ведь у нас есть для спортсменов, слушайте, у нас есть, во-первых, препараты Исаева многие разработаны были для спортсменов, и об этом будет у меня еще видео, как, по-моему, боксеры, да, это видео мы еще не публиковали, но такие молодые ребята, один человек, правда, в шуточной такой форме, но не всем это понравится, ну ладно, опубликуем, рассказывает о том, как работают жирные кислоты, дают энергию, вот и определенные комбинации, да, это будет. Потом различные наши протеины, только, правильно говоря, аминокислоты. Например, аминопротеин, такой уникальный комплекс со всеми незаменимыми аминокислотами, но кто-то скажет, что он дорог. Его можно сочетать с тоже эффективным, но более дешевым. Таким комплексом называется он протеин 4 в 1. И там из конопляного, амарантового протеина взяты аминокислоты, там тоже все незаменимые аминокислоты, повышенное содержание аргинина, очень важные аминокислоты, триптофана. Ну, добавляйте в салаты, в каши, куда хотите, разводите в воде, выпиваете там с водой. В общем, там чуть ли, да, по-моему, килограммовая упаковка. Это совершенно денег стоит, ну, очень небольших относительно, ну, значит, вот, своего состава, вот этих концентрированных аминокислот. Можете мышцы качать, ну кто что хочет, пожалуйста. Энергия, силы, мышцы будут. Говоря о энергии, посмотрите мои видео про митохондрии разные. И про коэнзим Q10, кстати, липосомальный. Да, а кто захочет вот сотрудничать, у нас на сайте nadgar.ru есть раздел, вот стрелочкой сейчас увидите, где на экране, на сайте опт по оптовым поставкам, куда обращаться. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотый на каменных жерновах. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.